стеблевой обыкновенный усач или агапантия обыкновенная. Домен эукариоты, царство животный, тип членистоногие, класс насекомые, отряд жесткокрылые, семейство усачи, род стеблевые усачи, вид стеблевой обыкновенный усач. Стеблевой обыкновенный усач или агапантия обыкновенная, вид жесткокрылых из семейства усачей. Один из самых часто встречающихся видов усачей. Это жук размером примерно 20 мм с заметными двухцветными усами. Голова вертикально наклонена, с длинными поперечными глазами. С конца апреля и до августа, в теплую погоду, их часто можно заметить сидящими на стеблях травянистых растений. Спаривание начинается в мае и продолжается до конца июня. После самка начинает активно искать место для кладки в стеблях растений. Найдя подходящее место, она прогрызает отверстие, куда откладывает одно, реже два яйца и запечатывает его пережеванным растительным материалом. Примерно через неделю появляются личинки и начинают активно питаться, поедая сердцевину растения, постепенно продвигаясь к корням, где, как правило, достигнув 2 см в длину, зимует. Личинки стеблевых усачей отличаются от личинок других видов усачей. Они имеют не короткий и сплющенный вид, а тонкое цилиндрическое тело, с увеличенной передней грудью и последним сегментом тела. С приходом весны личинка окукливается и будет находиться в стадии куколки примерно месяц. Появившийся взрослый жук, имаго, остается в камере еще около недели и затем выходит на кормовые растения. Жизненный цикл вида длится 1 год. Кормится на различных травянистых растениях. Часто встречается на крапиве, осоте и других распространенных видах растений. Насекомое имеет широкий ареал обитания. Жук распространен в Европе, России, Казахстане, на Кавказе, в Турции и на Ближнем Востоке. У стеблевого усача имеется вид-двойник. Это подсолнечниковый усач, который является вредителем подсолнечника. Внешне они практически неразличимы, но подсолнечникового усача отличает отсутствие волос на усиках.